Хейло гайз, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру под названием Ниндзя Черепашки. Это у нас этап 3, убежище Шреддера. Я, короче, знаете, думаю так, либо буду по 2 серии вылаживать просто сразу, просто тяга игры. Ну блин, ну, когда 10 минут там каких-то идет серия. Хотя... ладно, я все равно сейчас буду какие-то другие еще игры проходить и вместе с ними заливать, поэтому у вас будет что посмотреть. Хотя у вас до хера других еще подписи, так сказать, на другие каналы, поэтому оттуда тоже можно, вы же смотрите видео. Потом полетели. Ну, скорее всего, ребят, двух боссов я все-таки соединю. Вот этого босса и следующего босса. Потому что там, считайте, локации вообще почти нету, а вот будет просто босс. А здесь вы видите, тут более так разнообразно и много локаций, прежде чем мы дойдем до босса. Сначала мы плавали с вами на по воде, потом мы с вами что сделали? На корабле походили, потом в пещеры, поэтому как-то так. Вот здесь сейчас будет новый вид врагов, здесь будут новые виды ловушек. Ну да. Единственный способ нормально атаковать. Ну вы видите, а ну-ка если так. А, вот как можно, конечно. Или я раньше. О, сейчас должны. Да. А я удивлялся, вау, сейчас робот из песка повылазит. Только я сначала не мог понять, что это за роботы. И думал сначала доктора Столкмана, хотел доктора Столкмана в машинке. Да, вот поэтому у нас, ребят, еще были два вида врагов. О, новые враги, поджигатели. Так, а здесь должны быть плетенчики, да? Хотя там можно просто с разбега атаковать, если и все. Ты чувствуешь, когда ты отбил, она полетела не туда, которую летела, а в обратную. О, да, машинки эти. Машинки доктора Стопмана. Видите, за это хотя бы тебе... Блин, но за это время могут враги на... подойти к тебе. В чем еще прикол врагов? Что ты должен к ним подходить. А, вот еще. Тащит. Он не нашел. Ты должен подходить не сюда, да, вот, там, где именно врагу становится, а около его тени.
то есть тут тоже свои как нюансы. Блин, ладно, не буду брать, пытаться. Так, подохнуть. О, здесь прыгать вообще нельзя. Поэтому здесь сразу лучше. Поэтому здесь лучше сразу атаковать их и сваливать отсюда. Потому что ну нахер эти шипы. Потом тут тоже вот есть ловушки. Мне вот это место немножко бесило тем, что они вот так становятся вот там, за трубками. И начинают себя шипами херячить. М-м-м. Видите, они сразу ходят, то есть они... Марина. Я не помню, много она наносит, немного, но лучше не экспериментировать. Готово. Да, соответственно, не дают. Не-не-не-не, не атакуй! Падла. Найс. Ой, вот это тоже противные враги. А тем, как они атакуют тебя. То есть, да, они ваншотные, но если они к тебе прицепятся, то... А. Короче, у нас кожеголовый был, Рокстеди. О, лучи. Тоже как лучше нападаться. Думаю, понятно почему. Вот почему. Меня поджарили. Да, убей меня. Так, сейчас будет у нас следующий враг. Татсу. Попробую убить сначала моих верных солдат. Ну блин, я из него, знаете, быстрее представляю, что он этот. Хан. Почему нет? Но он единственное, что противный, это то, что он кидает свои колючки. Ну, его можно вот так отбивать.
Типа его колючки довольно легко убивают. Это, знаете, наверное, из тех врагов, у которых есть помощник. Бля. А, всех убил. Короче, одного оставляем на живых. А, все, он умер. И у меня одно хп, оказывается. Ну и для меня это хан. Мастер. Хотя, блин, подождите, это ж 1997 года. Тогда же были другие черепашки. Тогда, кажется, хана не было. Этап 4. Испытание. И поэтому, ребят, мы на этом... А хотя нет, я же сказал, что нужно... Мы это доиграем тоже. Опять. Потому что здесь только одна полоса, здесь боссов нету. Ну, то есть, здесь есть босс. Блин, вдвоем мы всегда это... На две полосы он левую, я правую защищал. Видите, он не хочет атаковать. Так, первый, это болван, поехали. Вы, наверное, заметили, что он другого цвета. Ой, блин, я забыл. То есть, в чем смысл? Вот вы сейчас видите, мы сражаемся с новым же боссом, с которым мы дрались раньше. Херня в том, что мы теперь с вами убиваем... Ну ладно. Если вы поймете. Блин, а чё ж? Рожеголовый. О, он удар хвостом сделал. Ну хотя бы что-то новенького ударил. Минус один. Идем далее. Каменолом. А, блять, на удар ногой сейчас будет автомат. Урон у них увеличен. Ха-х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 а
Видите, он почти не достает. Но я пытаюсь не давать ему открывать себя. Все. Рок, кстати, убит. И да, и понимаете, в чем херня? Здесь же тоже его помощники. И если там, допустим, когда мы одного не убивали, он не вызывал новых, то здесь он вызывает новых. При смерти хотя бы одного. Для легче можно сразу сначала убить его мелких, а потом уже его. Вот, ну как, а что я должен был сделать? Он сразу типа меня атаковал, как я только... Ладно. Да-да, и сразу новый шип надо было послать. Все. То есть, в чем испытание? Мы убиваем всех, кого мы до этого убивали. А теперь... Да-дам! Стокман! Мои роботы остановят тебя. Его главное просто атаковать в прыжке. Ай-яй-яй. Вот в чем прикол Дантелло? Что он может... Вот, видите, не хватает, типа, и все, ты... Меня вот это бесит. Ты просто двигаться не можешь. Но когда он вниз пролетает, вы можете его атаковать. Лучше против него тактик это прыжок удар. Но есть момент, которого мы можем просто уловить. Но это тяжело уловить, вы видите, что творится? Или подожди, ему там по одному урону наносится. Ладно. Да, ему по одному урону наносится. Ну, он, наверное, самый такой из врагов, который при прохождении бесил. Ох, какие роботы! Ну, это единственное, что он делает, и все. Ой, не то пошел.
Короче, будем делать так, ребят, с вами. Давайте хотя бы допройдем его, чтобы я заново не начинал. Вот, видите, можно типа уловить этот кей. Но все равно она тяжко. Палка в чем прикольно, вот она высокая, и ей можно достать топмана. Но такой долгий, нудный босс. Понимаете, дело в том, что он вот робота сейчас охладит. Потом с ними мучить. Вот, все. Мне нужно, главное, чтобы они меня не трогали. Он ведь теперь не каждый раз, когда садится, вызывает их. Почему я... О, такую. Давай, немного осталось. Все. Ох уж этот стол, бедные роботы. Их убил. Этап 4. Окей, пройдено. Ребят, на этом мы с вами заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.